Лирическая композиция группы «Сектор газа. Твой звонок» содержит всего 3 аккорда, и сегодня мы ее разберем. Петь первый куплет начнем с ноты ля. «Твой звонок» — это второй лад, третья струна снизу. И сначала сыграем вступление. Твой звонок раздался ночью, я услышал в трубке голос твой, ведь я его так ждал. Вторую часть куплета играем этими же аккордами. Ты о ссоре позабыла, ты о встрече попросила, да, так я это знал. Дальше идет проигрыш. Он такой же, как вступление. Первый куплет играем перебором. Как его сыграть? Возьмите аккорд, обозначенный как АМ, ля минор. И играем сначала бас, это пятая струна снизу, потом третья струна, вторая, потом снова третья, потом первая, потом снова третья, вторая и третья. И у вас должно получиться вот так. Третью струну играете указательным пальцем, вторую – средним и первую – безымянным. И таким образом отрепетируйте сначала этот перебор медленно, потом в более быстром темпе и уже в нормальном темпе. Дальше идет припев, но его мы играем уже не перебором, а играем уже очень простым боем, вот таким. Припев и последующие куплеты мы будем играть этим боем. Как его сыграть? Вы ударяете один раз по струнам вниз, потом вниз, вверх, вниз, снова вниз, вверх, вниз, вниз, вверх, вниз и так далее. Припев начнем играть с ноты ре. Это третий лад, вторая струна снизу. Пусть одежду ветер рвет. Пусть одежду ветер рвет, ураган пускай ревет, я по твоим соскучился губам. Повторяем эти же аккорды во второй части припева. Наплевать на ураган, наплевать на злой туман, но я приду, ведь ты моя судьба. Вот и весь разбор этой песни. Злая ночь пугает тьмою, темный лес передо